В столицу на лечение доставлены четверо тяжелобольных детей из Крыма. Спецборт МЧС, забравший их в Симферополе, приземлился на подмосковном аэродроме Раменское. Самолет Ан-148 оборудован медицинскими модулями, которые позволяют поддерживать пациентов в стабильном состоянии. Так что полет все, включая самого младшего, 8-месячного ребенка, перенесли нормально. Ну а после их отвезли в больницы, в Российскую детскую клиническую и Морозовскую. Там маленьким крымчанам окажут высокотехнологичную помощь.